сырое болото. Ничего. Чуть даже черники не видно. Не только камни. Зато костяничка есть. Красота, само то. Там елка повалена. Посмотреть. Нет. Из той же оперы. Пусто. Ну и последний корешок посмотрю, а потом делом займусь. Здесь чуть-чуть интересней, но не настолько, чтобы заниматься в следующий раз. Пойдем дальше. Ну да, тут вот не проехать. Если проехать, то с риском. Да и там нужно пилить будет. Утка, что ли, вылетела. Ну,
Видимо, вот это, вероятно, аметистовое это. Ямы в воде. Видно, ребята работали здесь. Да. Да. Уж. Что у нас сказать, хорошо, экскаватор поработал. Ой. Слабый аметист.
Странный какой-то он аметистик. Ну да ладно, пойдем за инструментом. Все в воде. Ладно, в отвалах покопаемся. Первый раз я на этой копе. 23-новый был, гранатовый было, про эту что-то вообще ноль. Тоже что-то аметистовидное, кварц какой-то. Ну вот, пристроился к одному из отвалов. Ну и тёпаешь помаленьку. Осколки, правда, какие-то. Ничего, ничего нет. Кварц есть вот. Аметистовидный такой вот, слегка фиолетово-розовый какой-то. Но так, чтобы кристаллы были хорошие, сохранились. Ну, вот этот образец интересный, конечно. Вот здесь, если помыть, еще, может быть, щеточка получится. Так, в саду бросить. Обыкновенный кварчик встречается. Почти что обыкновенный. Горный хрусталь. И щетка кварцевая с обломанными кристаллами. Вот, примерно так. Вот такие вот осколки. А в общем-то, по большому счету, ничего интересного. Время есть еще. Посмотрим. Из той же оперы. Щеточку не взял. Можно было мыть сразу. Так трудно догадаться в этой белой вязкой глине. Ну, вот такие единичные кристаллики, осколки. Ой.
глина вязкая, конечно, засасывает. Такая вязкая глина, что из одного места там вот чуть минут 15, наверное, засосало то самое. Не могу, убирался. Вот это вот дело-то захватывает, конечно, и про камеру забываешь. Так, ничего толком интересного, но вот. Такой вот просто кварчик попался. Ну и здесь вот аметистик. Надо вымыть его. Еще там несколько. Вымою, потом прилеплю к видео. Грязище. С этих самых отвалов. Ну вот. Вот. Маленький кусочек хрусталика. Ну, что? Хоть что-то. Не сядешь тут. Этот аметист, он вот в такой вот, в белой глинке. В грязной белой глинке. А вот тоже. Хрусталик. Вот это вот, тут осколок аметиста, конечно, вот он, бледно-розового цвета такого. Доброго пока, ничего нет. Да, маленько, но... Да. Зеленка какая-то, хлорид, что ли. Ну, щеточка какая-то, ну тоже надо вымыть, вода рядом. Едем домой потихоньку.
Идем. Самая большая лужа была.